Несмотря на то, что подавляющее большинство населения вакцинировано, чтобы избежать распространения коронавирусной инфекции, специалисты призывают к соблюдению элементарных мер предосторожности. С этой целью экибастузские мониторинговые группы контролируют выполнение санитарных требований. В этот раз был проверен общественный транспорт, занимающийся внутригородскими пассажирскими перевозками. В состав группы вошли главный специалист отдела занятости и социальных программ Умет Тусамбаева и помощник участкового инспектора полиции Мухаммед Каримбаев. Они проверили соблюдение карантинных ограничений в автобусах. Водитель без маски. В общественных местах соблюдать нужно обязательно. На данный момент было выявлено 3 нарушения водителей автобусов номер 7, 22 и 5. Также хочу отметить всех граждан Кибасуза, чтобы соблюдали карантинные меры, одевали маски, обрабатывали руки антисептиком. В автобусах имеется визуальная информация о мерах предосторожности. Отметим, что Павлодарская область по-прежнему находится в красной зоне. А это значит, соблюдение санитарных правил пока что никто не отменял.